почему я думала, что так и будет. Нафиг эти люди делали вид, что они не отсюда, и ехали сначала направо, потом вдоль берега, и в итоге вернулись. Очень долго занимали время в магазине. Как бы написано, что в масках. Я стою в маске, передо мной 4 человека. Как оказалось, все одной семейкой. Ну, в общем, им не стрёмно было без масок торчать в магазине, где написано, что только в масках вход. Но, кстати, почему-то было стрёмно показать, что вот они на лодке приехали, а на самом деле вот на этом катере. Как бы, в принципе, и так было понятно, что этот катер стоит посередине воды, и к нему, наверное, вот эта лодка и относится. Причал, по ходу дела, более-менее сделали, ну, по крайней мере, часть его на месте. Все-таки клёвый у меня телефон. Трехкратное приближение. Ну, там этот самый ползет. Ладно. Не будем втыкать на этих странных людей. Знаете, из тех людей, которые припрутся в магазин и видят, что за ними еще человек, мало того, что в маске помещения они нет. Это ладно, маску опустим, но видят, что за ними еще человек, и они начнут, ой, я не знаю, вот это я хочу или нет, или хочу, не хочу. В общем, я желаю им, чтобы им попались такие же, как они, когда-нибудь где-нибудь в очереди. А церковь-то действующая, зритель. Впервые, наверное, за все мое время тут, пожирание мороженки, тут зазвучало что-то.